Мать рэпера Энди Картрайта до сих пор не может похоронить расчлененное тело сына. Хотя с момента гибели музыканта прошел почти год. Фрагменты тела Александра Юшко нашли в июле 2020-го в квартире на Невском проспекте. Убитой горем женщины не выдают останки сына, потому что не закончена комплексная судебно-медицинская экспертиза. В убийстве музыканта обвиняют его вдову Марину Кохол. Сегодня суд вновь продлил ей срок содержания под стражей на 2 месяца. Ранее эксперты признали женщину вменяемой эвидентной. Вину в убийстве она так и не признает. Говорит, что расчленила тело мужа и выбросила его внутренности, чтобы скрыть от поклонников его смерть от передозировки.